Здравствуйте! Если вы смотрите это видео, скорее всего вы новичок на моем канале, нашли любое мое видео, а значит вас тема здоровья и активного долголетия интересует. И я врач, фитотерапевт, диетолог Борис Качко, автор десятков опубликованных книг, научных статей, сотен популярных статей в различных периодических изданиях, вас прекрасно понимаю. А на моем канале вы найдете более 500 видеолекций на темы правильного питания, употребления воды, напитков, воздуха, в зависимости от вашего пола, возраста, сезона года, образа жизни, экологических условий. А под каждым видео вы найдете форум, где подписчики моего канала оставляют свои комментарии, пишут вопросы, а я на них реагирую, и вы получаете еще больше здоровья, все больше информации, как сохранять самое ценное, что дали вам ваши родители, ваше собственное здоровье. А вы считали, что для здоровья достаточно выпить всего 1,5-2 литра воды в сутки и будет вам счастье? На все случаи жизни и для всех? Открою вам маленький физиологический нюанс. 1,5-2 литра воды в сутки – это норма по воде для человека весом 35-40 кг, находящегося в комфортных условиях. Если ведете активный образ жизни, либо в окружающей среде более жарко, чем больше, чем 24 градуса по Цельсию, вы уже попадаете на хроническое водное голодание. А на моем канале вы найдете видео о том, как правильно пить воду до еды, после еды, во время еды, до тренировки, во время тренировки, после тренировки, утром, ночью, женщинам, детям, чтобы похудеть для здоровья. Есть масса нюансов в употреблении воды. Если вы правильно их используете для здоровья, прекрасно. Если неправильно, ну, наживаете таким образом легко и просто болезни. Больше того, вы знаете, количественный фактор далеко не самый определяющий. Можно выпить несколько литров некачественной воды и на всю жизнь оставшуюся уложить свое здоровье. Вы знаете, что для вашего здоровья ежедневно нужно употреблять десятки видов разной воды, разного химического состава. Только тогда вы можете поддерживать свое здоровье максимально эффективно. Разная вода нужна тому же спортсмену до тренировки, во время тренировки и после тренировки. Спортсмен один. Условия разные, и вода нужна разная. Она по-разному влияет на его состояние здоровья. А с едой-то еще сложнее. Вы должны доставить клеткам для работы примерно 500 различных питательных веществ. Но не просто доставить, знаете, съесть, проглотить – это не фокус. Пищу нужно правильно приготовить, правильно обработать, правильно переварить, обеспечить ее очищение, усвоение в печени, доставку клеткам сердечно-сосудистой системы. Только после этого, если вы угадали, все 500 компонентов дошли до клеток, клетки работают. А если какие-то компоненты задержались, клеткам работать очень тяжело. У них начинается жесткий капитализм. Начинается борьба за недостающие компоненты. Вы знаете, чем это заканчивается? Бросьте в толпу горсть монет и увидите, что происходит у вас на уровне клеток, если вы не обеспечили себе правильное питание. Именно поэтому в интернете вы найдете множество систем правильного питания. А вот как их подобрать к себе, тут вопрос. И такие видео есть на моем канале, как правильно использовать и когда использовать. Лечебное голодание, сыроедение, вегетарианство, веганство, соколечение, фрукторианство, смешанное питание. Для вас, для вашего пола, возраста, образа жизни и всего остального. А тем более вам нужно обеспечить себе правильное питание. Если вы активный образ жизни ведете, занимаетесь спортом, фитнесом, тяжелым физическим трудом или умственный труд, раньше не считался тяжелым, а сейчас он тяжелее физического. Вы же понимаете, что запорожец и болид Формулы-1, им нужны абсолютно разные техобслуживания для выполнения той функции, которая не предназначена. Запорожец проще в обслуживании, но организм человека, вы знаете, сложнее, чем болид Формулы-1. Его очень сложно, если неправильно обращаться с ним. Он очень дорог в обслуживании, в техобслуживании. Вам автомастер все расскажет, если вы в любимый автомобиль зальете не тот бензин. Свой организм, когда вы последний раз закладывали правильное питание? Вообще, знаете ли вы, что это в принципе такое?
Здесь возникает масса вопросов, масса проблем, если вы в этой ситуации не ориентируетесь. В 500 видео с хвостиком, а их будет больше, вы можете найти ответы на те вопросы, которые вы, может быть, когда-то задавали и нашли на них ответ. Я вас понимаю, если вы хотите конвертировать правильно те миллионы долларов, которые вам родители вложили в ваш собственный банк здоровья, ну, в другие материальные средства, жить лучше, жить качественнее, я вас прекрасно понимаю. На старте многие начинают экономить. Но чтобы эта экономия не вышла боком, на моем канале вы найдете простые, доступные и эффективные средства, такие как перекись водорода, пищевая сода, уксус, соль, другие компоненты, как их правильно использовать с пользой для здоровья, в каких случаях они помогают, а в каких могут нанести вам часто непоправимый вред. Это важно знать до того, а не после. Знаете, есть такое хорошее выражение, хорошо таким быть умным, как моя жена потом. Так вот, на канале моем вы найдете ответы на вопросы, чтобы быть умным до того, а не после того. После того все умные. Предупрежден, вооружен. Это один из лозунгов, который проходит по моему каналу. И вы можете это использовать для своего здоровья. Также для подписчиков моего канала есть бонус. Вы можете заказывать новые видео. Да? В комментариях часто пишут, хотелось бы, чтобы было видео на такую-то тему. Я это беру к сведению, записываю и со временем пишу такое видео. В более развернутой форме пытаюсь ответить на ваши вопросы. И вы тоже можете это сделать, став подписчиком моего канала. Тем более, что у подписчиков канала есть один уникальный бонус, который отличает подписчика от неподписчика. Все уведомления о новых видео подписчику приходят в почту. А зритель просто должен периодически заходить на канал и смотреть, что же на нем изменилось. Поэтому я это видео с привычным подписчиком моего канала словами «крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения» буду заканчивать. И надеюсь, что вы из зрителя в скором времени станете подписчиком. А для того, чтобы определиться, нужно вам это или нет, наберите в поисковике интересующие вас слова, интересующие вас ключевые слова. Возможно, такое видео есть на моем канале. Просмотрите и получаете больше удовольствия, больше здоровья. А я это видео буду заканчивать. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И до новых встреч на моем канале.